До 8 марта остается неделя, и вопрос, что подарить, встает все острее. На него готовы ответить в цветочном дворике. Внимание у покупателей широкий растительный ассортимент всех оттенков. Ароматные розы, красавцы-тюльпаны, яркие азалии, цикламены, антуриумы и орхидеи по самой приятной цене. 8 марта у нас планируется составляться очень красивые букеты. Соответственно, тематика весны уже, это практически везде это тюльпан, но еще есть и другие цветочки, которые женщины очень сильно любят. Это, естественно, и герберы, это и ирисы, это и хризантема, и розы. Цветочную композицию прекрасно дополнят мягкие игрушки, гелевые шары и сувенирная продукция. В цветочном дворике можно не только выбрать эксклюзивный подарок, но и упаковать купленный в другом месте. На выбор коробочки разных форм и расцветок, бумажные пакеты и упаковочные листы с креативным принтом. А если вы затрудняетесь с выбором, на выручку всегда придут опытные флористы, которые изготовят любые букеты и цветочные композиции, помогут советам и притворят любые ваши идеи в жизнь. Можно посадить мишку, например, мишка с корзинкой. Вот в нашем инстаграме есть примеры этих композиций. Мишка держит в корзинке цветочек, плюс туда ложатся сладкие какие-то дополнения. Это шоколад, то же самое конфеты, какие-то чупа-чупсы, ну, карамельно-палочки, все различные сладости. Цветочный дворик – это находка для молодоженов. Жениха и невесту ожидают отличные предложения. К примеру, при заказе свадебных букетов в стоимость входят только цветы. Составление бесплатно. В подарок – бутонерка для жениха и пакетик цветочных лепестков. А для гостей свадьбы – скидка на заказ в 10%. Акции ждут и постоянных клиентов. От 5 до 10% скидка в зависимости от того, что человек приобретает. То есть, ну, соответственно, конечно, на одну розу, ну, там может быть какая-то минимальная. А когда уже, конечно, большие букеты, большие корзины, естественно, это уже идет 10% скидка. Бобручанам доступна бесплатная доставка. И неважно, что входит в заказ. Кактус в горшке или большой плюшевый мишка. Узнать более подробную информацию о цветочном магазине можно в соцсетях или по номеру телефона, который вы видите на экране. А сделать покупку самому по адресу Минская, 149. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. А по праздникам – до 11. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.